Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам про интересное пиво, которое называется Hofbräu Original. Это пиво я уже давно присмотрел к приобретению, но проблема в том, что стоит оно очень-очень дорого. Это немецкое пиво, вот так оно выглядит у нас бутылка. Бутылка у нас ровно пол-литра. Здесь у нас такая вот этикеточка идет. И там, ну, я так понимаю, Мюнхен или какой-то из городов изображен немецких в старом стиле. Значит, сзади у нас пиво светлое, пастеризовано, ну, все данные, да, как видите, там литраж и так далее. Все это у нас на русском языке. Штрих-код немецкий, и написано, что да, изготовлено оно в Германии. По составу вода питьевая, ячменный солод, хмель и все. То есть по составу это должно быть, ну, прям очень натуральное пиво. Алкоголя здесь 5,1%, что как бы тоже неплохо. Обычно по стандарту в светлом идет 4,6-4,5, тут 5,1. Значит, по поводу стоимости, сейчас я его буду открывать. Я его купил в Магните по скидке ровно за 100 рублей. Это по скидке 100 рублей 0,5. А без скидки это пиво стоит что-то там около 200 рублей. Ну, просто представьте себе, пол-литра, скажем, 170 рублей или 180. Я точно не помню, сколько оно стоит, но оно 160-200. Вот как-то так его обычная цена. Ну и, соответственно, из-за этого я не мог попробовать. Но тут, думаю, скидка, ладно, по цене Шпатена можно взять. Что ж тут такого интересного в нем? Но я хочу сказать, запах внушает. Внушает доверие. Прям пахнет пивом. И ничем более. Запах очень похож на пиво, которое мой отец дома делает. То есть на настоящее. Кстати, я еще в интернете где-то вычитал, что якобы вот это пиво любимое у Гитлера было. Ну, этот бренд, он уже достаточно давно существует. И я где-то в интернете читал, что как бы он его любил пить. Ну, естественно, оно было в другом виде. Сами понимаете, это было когда. Вот, но вот такую я новость как бы нашел. Не знаю, правда это или нет. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Значит, вот так выглядит у нас пиво. Ну, как видите, пенится оно достаточно нормально. Пена, обычная пена на вид. И оно у нас такое вот прозрачное. Давайте попробуем. Знаете, немецкого пива я много пробовал разного. Ну, в основном в бюджете 100 рублей. Вот. Плюс-минус. Небольшой. Как бы есть чем сравнивать. Но я хочу сказать, что это пиво годное, однозначно. Но прям, не знаю, чего-то такого, чтобы стоило около 200 рублей, я не вижу. Вот 100 рублей оно стоит вполне. Вот прям да. И оно будет лучше, чем Шпатен, например, немецкий, и другие там бренды, не буду их перечислять, которые именно светлые. То есть там есть пшеничное, есть нефильтрованное, это немного другое, там другие вкусы. Это вот Шпатен, например, да, в конкуренты, если взять. Очень похоже, но Шпатен все-таки уступает ему по вкусовым качествам. Тут действительно на вкус, ну как пиво, вот как оно и должно быть, обычное светлое пиво. Не чувствую каких-то там посторонних непонятных вещей, как это иногда бывает, знаете, там то трава, то шоколад, то еще что-нибудь. Вот. Ну и плюс оно не химозное, но крепость, видите, 5,1, это, ну, достаточно таки неплохо. Я вот уже чуть-чуть почувствовал ее. В общем, друзья, пиво Hofbräu однозначно годное,
Но если вот вам попадется по скидке, как мне, за 100 рублей, попробуйте, возьмите, не пожалеете денег. Если, конечно, по его стандартной обычной цене брать, ну, я особо смысла не вижу. Есть пиво, в принципе, более-менее почти такое же и подешевле. Ну, с нашим российским, конечно, не сравнится. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.